Определенно буду делать подсадку, так как у меня лежат замороженные яйцеклетки. Саму пункцию яйцеклеток уже делать не нужно, у меня их достаточно. Вот. А мальчика или девочку, не знаю, посмотрим. Я немножко не поняла вопроса, в смысле сейчас подсаживают эмбрионов. Вообще это всегда был выбор родителей. Ну, советую, допустим, двух подсадить, чтобы была вероятность, что один точно приживется. Но я подсадила одного. Я шла определенно за одним, но знала, что через года полтора-два пойду за другим, как рожу. Вот, потому что для меня девчонки, которые сразу двоих-троих, это прям героини.